Молодежная антинаркотическая площадка развернулась в лицее строителей. Инициаторы профилактической акции «Быть свободным» пригласили мозырских подростков, учащихся школ и колледжей. О проблеме наркомании и здоровом образе жизни говорили через творчество. Организовали флешмоб, концерты, выступления агитбригад. В доступной и креативной форме рассказали о последствиях негативных явлений, полезных альтернативах и о возможностях профессии строителя. Нынешней осенью на Мозырщине проходит ряд тематических мероприятий. Субъекты профилактики обмениваются опытом и находят пути решения сложных ситуаций с подростками. Привлекают, конечно, и родителей. Одна из встреч с мамами и папами прошла на базе музыкального колледжа.